Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. И сегодня, в этот чудесный день, хочу вам показать квартиру, такую же чудесную, как и день, которая находится на втором этаже планировки 2+1. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, мы с вами вошли в эту светлую квартиру. Посмотрите, какая широкая прихожая зона у нас есть в этой квартире. До потолка у нас шкафы в прихожей зоне, видеодомофон тоже имеется. И сейчас я вас приглашаю переместиться в салон. Он по правую руку от меня, совмещен с кухонной зоной. И есть у нас отдельный лицевой балкон. Рассмотрим сначала их, а потом перейдем к спальным комнатам. Как вы уже заметили, наш салон очень большой. Я думаю, что вот зона отдыха чисто, здесь будет порядка 22 квадратных метров. Окно в этой комнате оно смотрит на южную сторону, и какое чудо, имеет частичный вид на море. Естественно, подготовлены места под кондиционеры, под телевизор тоже, все разъемы готовы. Кстати, телевизионный разъем у нас с двух сторон, есть возможность повесить по вашему усмотрению. А вот теперь давайте перейдем к осмотру нашего кухонного гарнитура. Кухонная зона, в отличие от зоны отдыха, полы у нас сделаны кафелем, причем кафель такой большой, под мрамор, очень красиво все. Сам кухонный гарнитур Г-образной формы, столешница выполнена из искусственного камня. Подготовлены ниши под габаритный холодильник, духовой шкаф, микроволновую печь. Здесь должна установлена быть варочная поверхность и вытяжка. И, естественно, есть место под посудомоечную машинку. А теперь перейдем к интересному. Что же мы увидим с балкона? Мы с вами имеем правильный квадратный балкон. Смотрит он у нас в юго-восточную сторону. Видно и море, и вот с этого ракурса видно и горы. На этом балконе у нас есть место под котел, под двухконтурный котел. Газ, естественно, должен быть подведен к этому дому. Поэтому тут можно будет жить, наслаждаться как теплой квартирой, так и горячей водой. Сейчас мы с вами перемещаемся с южной стороны на северную. По коридору у нас первая дверь с восточной стороны. Это детская спальная комната. Она площадью около 10-11 квадратных метров. Имеет окно на восточную сторону. И напротив него находится у нас гостевой санузел. Он у нас полностью оборудован, с хорошей душевой кабинкой, естественно, все остальное. А теперь давайте перейдем к осмотру родительской спальни. Ну что ж, друзья, спальная комната родителей площадью около 12-13 квадратных метров. Большой плюс то, что здесь у нас есть тамбур, выход на пожарную лестницу, и из него можно сделать хорошую кладовую или гардеробную на ваше усмотрение. Кроме того, в этой комнате у нас есть еще свой санузел. Он у нас такой же полноценный, как и основной. И это еще не все. Здесь у нас имеется свой отдельный балкон площадью около 2 квадратных метров. Он, естественно, больше технического направления. Здесь у нас подготовлены места для установки наружных блоков кондиционеров и стиральной машинки. Ну что ж, друзья мои, чудесная, прекрасная планировка у этой квартиры, мне очень понравилась. И комнаты нормальные, не маленькие. И вид хороший, и расположение просто шикарное. Мне все нравится. Сам же комплекс, даже это комплексом не назовешь, потому что это единственное здание в данном случае,
имеет свою территорию, хорошая парковка здесь, есть генератор, есть вот две такие чудесные беседки. Я думаю, они немножко попали в кадр. Сам же дом находится буквально в 600 метрах от нашего моря. Вход в этом районе у нас хороший, песчаный, пологий. Магазины тоже в пешей доступности вообще очень близко, буквально 100-150 метров. Пару-тройку магазинов вы уже сможете найти. Рынок по средам здесь буквально в 100 метрах тоже, буквально спуститься нужно в сторону моря. И что мне понравилось, с лицевого балкона можно увидеть как море, так и горы. Причем балкон сам тоже достаточно большой. Ну что ж, друзья, кому понравилась наша сегодняшняя квартира, изучите, пожалуйста, информацию в инфобоксе под видео. Там будет как и цена, так и технические характеристики. Пишите нам, звоните, будем ждать вашего отклика. На этом я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.